Кто же из нас не любит халяву? Все. Я не исключение. Магазин Ючик со мной связался, прислал на обзор 3 бесплатных посылки. Всем привет. Меня зовут Саша. Вы на канале «Посылки из Китая». Поехали. Начнем вот с этой вот средней посылки. Коробка приехала в печальном состоянии. Никакого поролона, ничего не закинули, но с этой посылкой ничего, в принципе, случиться в дороге, наверное, и не могло. Здесь у нас находится портативный воздуходуль. Вот так он. Так. Вот есть салфетка, чтобы было наглядно, как он дует. Я не дую. Шумит, конечно, очень неприятно, но, в принципе, если вы хотите сделать какой-то шашлычок, распалить там костер, и вам надоело делать вот так, то эта штука однозначно вам зайдет. Ценник в районе $8, точно не помню. Есть такие электрические различные, есть с рукояткой вращать, но я выбрал самый оптимальный вариант по цене и качеству. Товары выбирал я сам из предложенного ассортимента всего магазина. В магазине достаточно много позиций, поэтому я думаю, каждый для себя что-то сможет найти. А помните, у меня на стриме были вот такие одноразовые прокладки под майку? Да, я в данный момент нахожусь в них. Я думаю, вам видно. Достаточно годный товар, как оказался. Единственное, что стоит достаточно неплохо. Если вдруг надо, заходите на мое видео пару недель назад, и вы там его сможете найти. Ссылка в описании. Очередная халява! Та-дам! А, ё-моё! Я думал, они будут светло-серые. А они какие-то темные. Может быть, это блики монитора. Может быть, это я не то заказал. А может, Ньючик меня немножко обманул. Ну, будем надеяться, что магазин не обманщик. Так, обычные мужские шорты. Точнее, нет, не обычные. Это быстро сохнущий вариант. В них можно плавать, и они будут при солнечной погоде на вас высыхать. Внутри имеется вот такая сетка. Были у меня такие же шорты. Почему были? Они у меня есть из магазина Atlantic. Мне очень нравится такого фасона, или как сказать правильно. Короче, такой модели шорты я люблю. Эти выполнены, прошиты очень аккуратно. Торчащих ниток в принципе нет. Будем мерить. Шорты подошли идеально. Мне понравилось. Никаких нареканий нет. Единственный минус, что не очень глубокие карманы. То есть карман доходит приблизительно до середины колышни этих шорт. И если 5,5-дюймовый смартфон закидываете, у вас он норовит выпрыгнуть. А теперь у нас на очереди большая посылка. Так, на эту камеру не помещается. Давайте тогда вот здесь покажу. О, рвем, уничтожаем. Здесь даже 2 товара. Тогда вытягиваем по очереди. Первый товар. И здесь у нас вот такой контейнер для продуктов. Имеется мерное деление, сам на 600 миллилитров или 600 грамм, если честно, не знаю. Какой-то наплыв, это просто клей. Пластик слегка гнется. Здесь имеется прорезиненное такое кольцо уплотнительное. Очень удобно, поэтому если вы вдруг себе решите такую вещь заказать, я думаю, в нем можно и какие-то жидкие продукты хранить. В случае переворота из них ничего не выльется. Такие контейнеры бывают на 600, бывает, по-моему, там то ли на литр, то ли на 800. Переходите по ссылке, посмотрите. Ну, на первый взгляд, вещь добротная. Ну и осталось протестировать, как эта баночка будет справляться с жидкостью. Будет ли давать утечку.
Закрыли плотненько, защелкнули все защелки и переворачиваем. В принципе, нигде никаких пузырьков не видно. Сочащейся воды также не видно. Поэтому сказать, что она не сможет удержать ваш суп или что-нибудь в таком духе, я не могу. Это у нас приблизительно метр на полметра. Ткань приятная. Как показано было на фотографиях, если вы наступаете на этот ковер, у вас остаются такие как протоптанные мокрые следы. Здесь эта подложка имеет такое как полупрорезиненное основание. Но я думаю, что скользить в ванной комнате эта штука не будет. Также окрас, расцветка есть разная. Можно перейти по ссылке посмотреть. И плюс ко всему еще есть разные размеры. Это тоже достаточно удобно. И поэтому вы можете выбрать, подобрать именно под свою ванну, под свой туалет тот размер и тот цвет, который вам больше всего нравится и подходит под ваш интерьер. Коврик, как можно видеть, в принципе не скользит, вот на плитке лежит. Если даже вот так двигать, то он очень плотно прилегает за счет своей силиконовой или прорезиненной подложки. Ну, как-то так. По поводу того, что если вы наступите мокрой ногой, ну или, допустим, как я в данный момент нажимаю мокрой рукой. Никакого мокрого отпечатка, как на фотографиях продавца, ничего нет. Коврик все-таки не тот, что предлагает продавец на сайте. Но в то же время он достаточно хорош. Также не без минусов. Если вы возьмете, решите просто убрать какую-то соринку, мусоринку и захотите его именно выщипнуть из этого коврика, то у вас выщипываются волоски. Вот, наверное, видно, да, видно. То есть с любого места они просто вытягиваются. Как долго прослужит, это загадка. А так в целом коврик неплохой. Вот такая получилась у нас распаковка с обзором. Магазин Ючик. Приношу благодарность за предоставленные товары. Подписывайтесь, ставьте комментарии, участвуйте в конкурсе на 150 российских рублей. Что еще надо? Лайк надо поставить обязательно, конечно. Ну и всем пока.